Забытые современниками, поселок Верхнетуломский находится всего в 80 километрах от Мурманска. Но в отличие от проблем заполярной столицы, о бедах его жителей говорят нечасто. Сегодня население Верхнетуломского немногим более 1500 человек. Новоселы, как правило, строят себе коттеджи, а вот коренные жители вынуждены прозябать в бараках, которые давно списаны как непригодные для жилья. При этом кварплата начисляется регулярно – 6000 рублей в месяц. Екатерина Гладышева. Подробнее. Лидия Терехова живет в Верхнетуломском с супругом с 90-го года. За это время к суровому краю привыкла. Здесь, вдали от города, чем не юга. Каждый сезон урожай картофеля, морковки, чеснока и даже клубники. Но зимой лютые холода напоминают – севером шутки плохи. Под двумя одеялами спим. Носочки шерстяные, да, все такое. Вот это у нас вот, вот оно все. Тут... Скандал с теплом в свое время наделал немало шума. Когда-то поселок топили опилками с помощью подаренной финнами котельной. Позже дешевое топливо выкупили частники. Часть его продавали за рубеж, но со временем ценный ресурс превратился в огромную свалку. В то время как ответственным за погоду в домах стал ТЭКОС. Разницу между опилками и мазутом жильцы быстро ощутили на собственных кошельках. Котельные специально сделали, чтобы щепой от Варенкина топить, да? Сделали, столько миллионов затратили. Потом потопили, это все, коммунальные услуги меньше будут стоить. Хоп, все позакрыли, все раз, и Дворянкин стал нашу щепу продавать за границу, и все. Только который отапливается дома, за год получается около 51 миллион рублей от жильцов за отопление, за горячую воду забирает ТЭКОС. А то, что электробойлерный, который стоит, соответственно, меньше. Даже с расчета, если взять на вот электробойлерный, который отапливается, да, тоже дома, а и есть который, разница, если так взять, около 18-19 миллионов рублей в год было бы меньше, соответственно. Свой дом на улице Подунская жильцы называют бараком. Построенный в 68-м, сегодня в нем в прямом смысле свищет ветер. Вот тут заваленку дед сам делал. Все сами. Тут погнили доски, сами все делали. А за что ж мы платим-то? Вот зайдите, я вам покажу, что там чем уже заделывали. И доски забивали, и фанеру, дырки. А с той стороны то уже я и кордоны начала забивать, потому что там пролазить. Рука будет пролазить. Тут бы людям за вредность приплачивать, но нет. По словам Тереховой, такой комфорт обходится ее семье в 6 тысяч рублей в месяц. При этом ремонт здесь не делался никогда. За зиму у нас один раз трактор проехал, а остальное сами мы все везде убираем. Уборка территории наша, лампочек нам не дают. В коридорах у нас ремонт никогда не производился. А вот желающих покомандовать, говорят жильцы, хватало всегда. Одна управляющая компания сменяла другую, но ничего не происходило. Сегодня здесь главная по ЖКХ компания «М-сервис», которую традиционно никто не выбирал. В перечне работ уборка снега, вывоз мусора и, внимание, замена почтовых ящиков один раз в год. Последняя всего лишь за 8600 рублей. Эти планы люди с усмешкой называют фантастическими. В качестве аргумента предлагаю взглянуть на нынешнее состояние тех же ящиков. Тем временем, пока одни едва сводят концы с концами, те, кому повезло больше, строят частные дома на берегу Верхнетуломского водохранилища, порой закрывая глаза на закон. На основании Водного кодекса, 6 статья, 6 пункт, четко написано: полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования должно быть не менее 20 метров. Вечером в поселковом дворце культуры публичные слушания. Местные власти отчитываются за расходование бюджетных средств. В зале 30 человек. Говорят, бывало и меньше. Всего по разделу 05 жилищно-коммунальное хозяйство бюджетное ассигнование определено на сумму 21 миллион 283,6 тысяч рублей. Исполнен в объеме 17 миллионов 57,8 тысяч рублей. В том числе на капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации муниципального жилищного фонда за счет собственных средств муниципального образования городского поселения запланировано 699,3 тысячи рублей, исполнено 118,4 тысячи рублей. На оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в части пустующего муниципального жилья утверждено 457,1 тысяча рублей, исполнено 456
9 тысяч рублей. Вот только людям эти цифры мало о чем говорят. Было бы в домах тепло и уютно, да на дорогах безопасно. Но о капитальном ремонте проезжих частей местные власти говорят неохотно. А в ответ на вопрос о ремонте бараков люди однажды услышали: зачем? Они же скоро развалятся. По слухам, новое жилье планируют построить к 2035 году. Но до этого светлого будущего многие боятся не доживут. Лицо поселков, еды приезжать, неужели стыдно, а? Неужели нашей стране не стыдно? Екатерина Гладышевская, Александр Агуров, телекомпания «Арктик ТВ».